Всем здравствуйте, с вами Бир, и сегодня будет уже за один день уже будет третья серия, точнее, не знаю даже как это назвать, третья упоротая игра, всего у нас будет их 4, наверное, ну, на данный момент, да. Первая игра у нас называется «Гадкий я». И чё-то мне нравится, да. Так, ну сейчас у меня здесь, как всегда, реклама. Да-да-да, подождите. Да-да-да, конечно. Да. Итак, вы посмотрели сейчас. Ну, я же, конечно, играл в Минораж и там прошел целых 3 сезона. Ну, покажу. Вот это вот я всю прошел. И пустыню я прошел. И это. И начальную прошел. 3, короче, прошел. Очень затянуло, потому что здесь еще можно не только мышкой играть, да? Но еще и такими стрелочками. Ну, лучше бы. F-I-S-B, да. Лучше бы такие были. Потому что так уже привычнее играть. Да, в какие-нибудь стрелялки, шутеры, экшен. Да. Ну, пока загружается, что я хочу сказать. В принципе, я сначала очень сильно задумался, брать ли ее в этот эпизод. Потому что, как бы, это не очень-то и... крутая идея, потому что, блин, ну, в принципе, игра нормальная. Мне понравилась очень сильно. И всех, которая была, она самая лучшая. Слизер, Снейк, и так, мой возраст 11. Мальчик. Так, и что у нас? Плей сразу, да? И там у нас менючек появился. Так, чуть поближе пододвинусь, потому что играть сейчас будет трудновато. Потому что вы стоите так прям. Так, окей, погнали. Всегда тут такие пробьюшки. Летит. Все, играем. Я знаю, пожалуйста, не упоминайте. Но эта игра больше на телефу, потому что... Да, прыжок, я знаю. Блин, всегда ненавидел обучение. Да, знаю я. Сейчас опять, да, направо? О, нет уже. Слава богу. Дальше я сам смогу. Так, ну, здесь даже нечего говорить. Эта игра, кстати, у моего друга была. Хонплея. У него есть свой канал на YouTube, но пока там нет ни одного видео. Я буду оставлять ссылки на его канал постоянно, почти под каждым своим видео. Почему? Потому что он мой самый лучший друг, и он тоже, как бы, мы, короче, будем пиариться. Да, друг друг пиарить, короче. Типа, вот, заходите. Ну да, короче, да. И сейчас с нами будет Бурундук или Бобёр.
По-моему, Бурундук. Но он просто продал себе такое имя, потому что он картавит. Ой, давай. Сейчас нам будет... Да, нам сейчас будет объяснять, давай. Я знаю. Так. Бурундук или Бобер. По-моему, Бурундук. Да, и на старом канале, на моем старом канале, на котором было целых 7 видео, и на них было просто бешеное количество просмотров. Какое бешеное. Ну, максимально это 10, точнее. Максимально это 10, а на каждом видео было не меньше 10, как бы, да? Нет, не больше 10, вот так вот надо сказать. То есть там по 7, по 6, даже на одном видео у меня было один. Киньте, да, один просмотр. И все у меня выглядело как-то очень по-тупому. Канал у меня тупо выглядел сам по себе. Так. Да, вот в таких играх даже нечего рассказывать. Ну просто, в принципе, бегаешь и все. Что я хочу делать за эту серию, в принципе. Не знаю даже, что сделать. Хочу за эту серию. Не знаю, как что получится. Ой! Так, что-то вот прям сейчас как-то свежо стало, уже трудно становится. Лично для меня, не знаю для кого как, но для меня это трудно уже. Хотя у меня был такой вообще бешеный рекорд. Я-пи-я-ха-ха-ха. Ой-ой-ой! Ой! Чуть гланду себе не вырвал. Да... Еще с нами будет, наверное, один пацан снимать. Ну, мой одноклассник будет снимать. Это было тупо. Я хотел подпрыгнуть, но нечаянно нажал вверх. Ой, так, что такое? Свет моргает. Вот, все нормально. Так. Как? Нет, я не хочу ни в чем. Хватит свет! Йоу! Не... No. Да, ладно, есть. Чё там? Ну... No. А, всё, плей. С этим очень долго разбираться, и я плохо знаю английский. Вот мой друг, Хон Плей, замечательно знает. Так, что я хотел сказать вам. Еще один чувак с нами будет снимать. Какой? Это у нас, короче, будет Пайвай, его звать, да, тупое имя, согласен, Пайвай. Да и Бир тоже тупое. Наверное, он взял имя Пайвай из-за PewDiePie. А он постоянно говорит PewDiePie. Или когда PewDiePie, или PewDiePie. Ой. И он делает Брокфест, или как-то. По-моему, да. И сейчас PewDiePie просто закинули, почему... Что произошло? А, надо было баночки собрать. Так, ребят, ну мне уже мало процентов становится. Извините, что не зарядил, конечно. Да. Террария. Ага. Извините, конечно, что не зарядил телефон. Потому что мне еще одну игру снимать. Ну, я думаю, я это даже все не смогу пройти. Вот, давайте сейчас до третьего уровня пройдем и все. Так, там надо пробежать 500, так понимаю, километров, или там написано км. А может и метров, да, скорее всего 500 метров. Погнали. Голос у меня просто замечательный. И, кстати, я еще учусь бигбоксу. Только такой очень слабый, я уже перестал. Могу немного там помочь. Окей. Я некоторые азы знаю, типа бочка. Нет. Да, вот эта бочка. А если совместить ее с чем-то, то вообще будет офигенно. Типа. Ну. Все, наверное, наплевать, да? Ребят, ну пожалуйста. Не, давайте до пятого что ли дойдем. Хотя там по сложности, пока не проиграй. Надо ударить своих ребят по попе два раза.
А нет, сколько? Три раза минимум, минимум три раза. Ну окей, иди сюда, маленький шалун. Смотри, тверкает на краю. Так, что там вначале у нас было, типа, вначале победила какая-то тёлка, нет, миньон, да, там все они как бы мужики, да, там вообще победил миньон какой-то с прической, шапкой, точнее, с фруктами, все, нормально теперь буду говорить. Кстати, что тут падает? Ладно, все, ладно. А, да, кстати, ребят, сейчас это же точно, надо потерпеть чуть-чуть, потом скажу. Так, в принципе, я еще могу заснять выполнение челленджа, и я снял, нет, ну, у меня было раньше, пока я не удалил, у меня чисто старый канал был на челленджах освоен. И там, короче, я постоянно просто, а, кстати, я умер, да, все, ребят. Да, ребят, и мой старый канал, там почти одни челленджи были, там были челленджи, как Хонтплей, короче, ел ложку соли. Он ел ложку соли, ребят, ложку сои, потом соли, потом мы, короче, ели кофе. Ну да, мы пробовали, там я разбила яйцо об голову. Еще там много всего было. Я еще, ну, там еще есть некоторые, которые я не выложила. Там есть такие, где я ел просто все подряд вместе взятые. Но там маленькую крышечку, там было нереально остро. Еще меня блювануло, но я это не заснял, слава богу. Нет, ну как бы я заснял, так мы поставили на паузу, потому что мне было фигово. А еще Хонтплей позвонили, и ему сказали, что его канал блокируют. И, короче, мы решили на этом закончить и помогать Хонтплею. Он создал новый канал, у него еще там нет видео. И он сказал, ну, у него еще разбился телефон, сломался точнее. В чем проблема? В том, что, короче, он скачал игру, там вылетел вирус, и все, он отрубился. И мне тоже слабо верится, но бывает и такое, вирусы не такие. Там, по-моему, вирус паутины или паук, которые там, не знаю, пиратики скачивают, ну, это как этот, как Хонтплей. Еще обязательно с Хонтплей мы будем снимать террарию, и там будет все разное, короче, очень будет трудно, немного проспорили. У нас будет максимальное оружие и защита святая, святые оружия, святая защита, и буду еще понемножку дополнять, потому что будет очень трудно убить Реброна, герцога Реброна. Очень будет трудно убить, например, голема. Хотя я пробую убить голема, только надо зелье там сделать и все. Да, и только потом уже можно его на изи убить. Ладно, ребят, что-то я затянул с прощанием, так что с вами был Бир. Всем удачи, всем до свидания.